Мне повезло. То, что называется популярностью, это постфактум. Тогда, когда якобы я был, когда был популярен, это не давало мне результата в материальной связи. Поэтому я испытывал радость от того, что я имею возможность играть, но деньгами был не испорчен. А оказывается, что я был популярен. Сейчас я узнаю об этом. Вот. Не знаю, это, наверное, помогает. Вот сейчас мне это помогает оставаться на плаву. То имя, на которое я работал, тот персонаж, да, тот самый диджей Остап, с которым я живу уже много лет, очень дружно. Он помогает мне сейчас выживать, зарабатывать там, бабла, там, затарить холодильник, заправить бензин.